Здравствуйте, уважаемые читатели, посетители портала antorg.ru, журнала «Вестник арматуростроителя». Мы продолжаем серию видеорепортажей с выставки «Акватерм Москва-2016». И сегодня мы представляем вашему вниманию видеорепортаж с компанией, которая презентует трубопроводную арматуру и оборудование для сантехнических отопительных систем инженерных. Компания «Сантим». Она уже известна многим нашим читателям-потребителям. Сегодня мы встречаемся с техническим специалистом компании Шинкаренко Максимом, который поделится итогами компании за 2015 год, а также расскажет о новинках и о продукции, которые они представляют на российском рынке. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Расскажу про год 2015. Год 2015 был для нас достаточно удачный, несмотря на то, что кризис и экономическая ситуация в мире не самая лучшая, но мы занимаемся продажами продукции, которая работает в эконом-сегменте, поэтому сейчас клиент больше ориентирован на эконом-сегмент. Ну, в принципе, что и требуется от нас. Мы предоставляем клиенту качественную продукцию, которая доступна по цене для любого потребителя. Максим, существует сегодня на рынке очень много трубопроводной арматуры, латуневых исполнений, но не вся арматура одинаково качественна. В чем качество проявляется вашей продукции, которую вы представляете, как у вас проходит вообще контроль качества и чем вы гарантируете потребителю надежность своей марки? Расскажу так. Наша продукция производится в Китае под чутким наблюдением наших специалистов, которые работают на заводе. Каждую партию выпускаемой продукции нашей компании проверяют специалисты на контроль. Проводят необходимые экспертизы, проверки, чтобы на российский рынок поступила уже качественная продукция, которая не будет вызывать сомнений у покупателей в качестве продукции. Наша продукция застрахована, имеет необходимую гарантию. Мы отслеживаем брак как на заводе на производстве, так и на складе, при поступлении на склад. И также проводятся периодические проверки перед отправкой клиенту товара. Наша продукция выполнена из высококачественной латуни SW-617 с никелированным покрытием. Максим, а если сегодня рассматривать локализацию, многие производители сегодня переносят производство в Россию. Не было ли у вас идей, мысли подобного решения? Пока нет. По причине того, что в Китае у нас налажено уже производство, качество продукции нас устраивает. Пока таких планов, насколько я знаю, нет. А как российский потребитель сегодня оценивает вашу продукцию? Если сегодня все-таки рассматривать новинки, какие из них вы можете сегодня предложить им? Какие заинтересуют его в большей степени? Расскажу о наших новинках. Первая новинка, которая у нас вступила к нам, это шаровые краны для газа угловые. Также мы в этом году стали дистрибьютором по России и СНГ итальянской марки Onda. Насосы циркуляционные для воды. Максим, благодарю за сегодняшнюю презентацию небольшую компании. Я надеюсь, мы в большей степени осветим вашим каталогом. Конечно, ссылки на сайте компании Сантим вы можете узнать намного больше. А сегодня я хотел бы спросить у вас о планах компании на 2016 год. Многие уже строят планы, уже начинают действовать. Какие для вас станет 2016 год по вашим планам? Естественно, 2016 год мы ожидаем увеличения продаж, поскольку эконом-сегмент рынка становится более и более популярным. Максим, большое спасибо за презентацию компании, за уделенное время и, конечно же, за интересный рассказ. В заключение мы не можем вам не задать вопрос о ваших пожеланиях вашим потребителям, тем, кто выбирает марку «Сантим», и тем, кто уже более 10 лет доверяет вашему качеству. Так как вы сказали, уже нашей компании более 10 лет, это явный показатель того, что на рынке мы востребованы, и несмотря на все кризисные ситуации, мы растем, развиваемся и расширяемся. Нашим партнерам мы советуем всегда выбирать марку STM по тем причинам, что у нас великолепное качество продукции, всегда широкий ассортимент, хорошее наличие на складах, и мы гарантируем качество продукции. Спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо.